нам полиция дает. Водительская, пожалуйста. Чего лист? Не, я когда я в гараж поехал, у меня сейчас 0-0. Вы пятерку давал еще команде? Команде 6-0. Пятерку давал, я 6:40 начинаю. У меня есть график команде. Я вижу, согласно вот этого выезда, у вас может 6:00 выезда. Ну, утром 6:00, гаража же, они когда отмечат, у нас рабочее время, у нас рабочее время начинается с момента прохождения митинга. Что это? Там Саша Штайнер 24-й останавливает. Не надо мне 24-й тут останавливать. Сами они прекрасно сядут и остановят. Тоже 6:00 стоит время? Да. Вот у того же водителя тоже 6:00. Как вы можете все одновременно в 6:00 проходить доктора? Объясните мне. Как написано? 6:00? Ну, и у того же 6:00 написано. Не знаю, как так написано. Ваш машин 24. Сейчас время, видите, правда, сколько? Почти 7. То есть у вас уже 13 часов будет. Ну, сейчас отсюда сюда уже все. Вы понимаете, что... Вам уже нельзя. Нет, вы должны предупреждать нам, если второй раз, например, мне. Я первый раз вас слушаю. Отлично. Вас это должны кто предупреждать? Никто не знает. Механик или еще. Никто ничего не сказал. Почему никто? Не знаю. Вы выйдите с машины. Зачем вы? Пойдем сейчас. Я с пассажиром. Зачем? Выпустите пассажиров. Ну надо выпустить. Ты оставь документы, сейчас я сюда приеду. Я документы вам не оставлю. Не, оставь документы. Вы не можете двигаться. Вы понимаете? Вы работаете 13 часов. Обеда я не работал, стоял. А там, где написано? Что там должен написано? Где у вас написано? Вы мне сказали. У вас должен быть межрейс. Кому-то вы сказали мне. Кому-то сказали вы, что... Откройте дверь. Дверь откройте, пассажир. Что я здесь не могу открывать? Я вас знаю. Вы меня слышите? Команде. Вы меня слышите? Я вас слушаю. Откройте дверь. Вы скажите, чтобы предупреждать нельзя. Я вам объяснил. Откройте дверь, выйдут пассажиры. И выйдите сами. Я не могу выйти. Пройдите патрульную автомобиль. Я не могу, я не давато. Я так не могу. Я сейчас оставь документы. Рассчитайте с пассажирами. Не могу. Оставьте, я сейчас народ высаду. Вот документы вы тебе. Я вас слушаю. Не надо, чтобы я там целый день пустой. Выпустите пассажира и пройдите в патрульную. Если там надо доехать, нельзя, я не могу. Я вам еще раз повторяю. Вы мне. Откройте. Дверь, я сейчас дальше. Я приеду. Вы как? Я слышу. Я их остановить. Что вы не хотите мои выполнять требования? А что так-то вы не скажете? Я не понимаю. Я с народом. Я вы нам предупреждал? Нет. Вы сегодня. Покажи, чтобы я какой. Что нет, должен... ваши есть этого? Вам что я должен предупредить? Нет, покажи, чтобы какой-такой нельзя. Открой, покажи. Понимаете, это не я вам должен. А кто должен? Я присесть должен. Я присел. Тогда начальство звонит, начальство есть там. Скажи, тогда нельзя. Вы же управляли, не начальство. Команды не надо, чтобы такой народу я буду. Откройте дверь, пусть люди выйдут. Как выйдут, это народ деньги требует. Вы рассчитайтесь. Вы я по-человечески вам попрошу, чтобы я вернусь к вам. Я вас тоже по-человечески попросил. Откройте дверь и выпустите пассажиров. Что я непонятное говорю? Туда выходить. Что на... я говорю непонятное? Я отсюда сюда приехал. Объясните мне, пожалуйста. Вот уже добрался почти место. Что я вам сказал? Вы так все равно так скажете. Что я вам сказал непонятно? А что сказал-то? Откройте дверь. Не могу сейчас остановиться. Я на остановку. Не выпустите.
Вы что, не понимаете? Документ у вас оставляют. Товарищ водитель. Оставляют документы. Народ здесь не могу выйти, что вы говорите? Не, нам тут так. Не могу открывать, здесь нельзя, середины дорога, вы народ. Откройте дверь. Законно покажите, что вы дали. Откройте дверь. Здесь не могу открывать. Вы этого хотите? Я такой волнуй человек. А? Вы этого хотите? Какое основание остановили? Вы хотите? Нет. Какое основание вы остановили? Какое нарушение? Какое? Да. Вот у середины дорога. Лампочка не горит. Ну, все мне горит. Как не горит? Все не горит. Вам говорит, не горит. Тогда запиши, что вы там мне. Дверь откройте. Не могу, я дверь откройте. Показывайте. Дверь откройте. Как я что, стою? Документ у вас. Я мы на вас напишем. Я не могу здесь открывать. Время посмотрим. Да, я и запишем. А куда вы остановитесь? Я с тобой стоящий лучше знать не буду. Безобразие. Запишите номер, разбирайтесь. Здесь нельзя команды. Вы хорошо знаете, среди дорога нельзя. Вы первый раз меня это знаете? Все знают меня. Я вам сказала. Я вам сказала. Если мне кого-то штраф, я высаду пассажира. Потом приеду. Разберем. Ваша фамилия? Молодой человек. Вы можете, я вам приехал. Еще раз повторяю, откройте дверь, высадите пассажиров. Нет, здесь не могу. Здесь не могу открывать. Остановка нет. Ваша фамилия. А? Молодой человек, ваша фамилия. Фамилия ваша. 69-004. Я вас тоже показывайте. Младший лейтенант полиции Лебедев. Ваша фамилия. Младший лейтенант полиции Лебедев. Все, мы на вас тоже пожалуемся, напишем. Ваше право. Ваша лейтенант полиции Лебедев. Имеет право, мы тоже имеем право. Разберемся. Вопрос. Да. Бессовестные. Средины дорога. 69-004. Останавливайте. На средине дорога, на остановке надо стоять. Если штраф запиши, перенеси счеты. Вы идете. Я вам скажу. Я вам по-человечески сказал. Я вам по-человечески сказал. Я вернусь сюда. Если штраф, запиши кого-то. Если вы сейчас штраф открываете. Если задали, они откроют. Вот сейчас он и запишет. Что снимать? Снимай, да хорошо снимай. Снимает? Хорошо снимает. Снимай, снимай. Всем привет, передаю. Так вы работаете, да? Вот возьмите тоже, да. Пожалуйтесь. Вы объективно отследите. Без предела рабочих так.